Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники 12-го национального конгресса терапевтов. Для меня очень большая честь сегодня присутствовать с вами на этом чудесном мероприятии. И позвольте от лица Министерства здравоохранения Российской Федерации, от министра здравоохранения Вероники Игоревны Скворцовой, заместителя министра здравоохранения Татьяны Владимировны Яковлевой, поздравить вас с открытием столь замечательного события, пожелать всем участникам успехов в его работе и освоения тех новых знаний, которые вы сегодня получите. В 12-й раз уже проходит Национальный конгресс терапевтов. Я хочу выразить особую благодарность Национальному обществу терапевтов, которое активно участвует и организует это мероприятие. Конгресс проходит в соответствии с планом, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации. И, конечно же, он будет играть огромное значение для нашего терапевтического сообщества, поможет всем нам объединить свои усилия в решении общих задач, стоящих перед здравоохранением, а в первую очередь повышение продолжительности жизни наших россиян. И хочу обратить свои взоры на передовую российского здравоохранения, передовую борьбы за здоровье наших россиян, первичную медико-санитарную помощь. Это приоритетное развитие системы здравоохранения. И этот приоритет нашел свое подтверждение в государственной программе развития здравоохранения, где под программа номер один так и называется «Профилактика и первичная медико-санитарная помощь». Безусловно, очень важный раздел здравоохранения. Хотела бы подчеркнуть значимость этого раздела для каждого человека, ведь каждый из нас, наши родственники и знакомые, ежегодно, а иногда и не по разу, сталкиваются с первичной медико-санитарной помощью. И, к сожалению, не все так хорошо, как нам бы хотелось. У нас масса проблем и задач, которые предстоит решить. И именно в развитии первичной медико-санитарной помощи Министерство здравоохранения Российской Федерации видит сегодня все резервы улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, а также стабилизации социального состояния России. И позвольте, пожалуйста, да, здесь, да, переключаю мой первый слайд. Я хотела бы подчеркнуть, прежде чем я начну свой доклад, я хотела бы также поддержать Леонида Михайловича Рошаля, сказать, что действительно в рамках Национального медицинского конгресса Национальной медицинской палаты, который состоялся вот буквально в этом месяце, огромное внимание уделялось вопросам организации первичной медико-санитарной помощи, вопросам профилактики и диспансеризации. И я хотела бы, уважаемый Анатолий Иванович, призвать Национальное общество терапевтов активно консолидировать свои усилия с Национальной медицинской палатой в деле по повышению престижа российского врача и, в первую очередь, врача первичного звена здравоохранения. Очень надеюсь, что эта работа будет совместной и принесет огромные результаты. Очень важно нам сегодня повысить престиж врача, участкового педиатра, врача общей практики, тех людей, которые непосредственно работают с нашим населением ежедневно. Эффективность системы здравоохранения оценивается по демографическим показателям. И эти вопросы всегда находятся в центре внимания не только правительства Российской Федерации, но и лично президента страны Владимира Владимировича Путина. И индикативные медико-демографические показатели отражены в указах Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 года. И я хочу вас всех поздравить с достижением наилучших за последнее время результатов, которые нам удалось достичь в Российской Федерации. По данным на сентябрь 2017 года, мы достигли исторического минимума снижения смертности наших россиян. Он составил 12,55 на 100 тысяч населения, на 1000 населения. При этом хотела бы обратить, что снизились все основные причины. Снизилась смертность по всем основным причинам. Младенческая смертность, смертность от болезней системы кровообращения значительно снизилась. Она даже опережает те плановые индикаторы, которые определены президентом в его указе. Но хочу сразу же обратить внимание, что смертность от болезней системы кровообращения составляет 47,8%.
и требует это от нас продолжения дальнейших усилий в снижении смертности от данных заболеваний. Потому что, как вы знаете, не мне вам рассказывать, вы лучше меня это знаете, что смертность в цивилизованных странах в 2-3 раза ниже по данной причине. Смертность от новообразований 197,7. Это тоже значительно ниже, чем было ранее. Такого у нас показателя не было за нашу историю. Но этот показатель также одна из ведущих причин смертности, составляет 15,8%. И также требует активного внедрения медицинского сообщества в решение вот этой проблемы. Я хочу вас всех поблагодарить за такие результаты, которые нам удалось достичь. Это, безусловно, и ваш вклад. И правильно сказал Андрей Иванович, работа каждого из нас, из каждого врача на своем рабочем месте вносит вклад в достижение демографических показателей и в состояние системы здравоохранения Российской Федерации в целом. Спасибо вам большое. Посмотрите, пожалуйста, вот на данном слайде отражена динамика демографических основных показателей. Особенно приятно видеть увеличение ожидаемой продолжительности жизни наших россиян. Мы видим устойчивый тренд. На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни максимальная за последний период составляет 71,9 лет. У женщин он больше, 77,1. У мужчин 66,5. И вы видите выше на слайде уменьшение, устойчивый тренд снижения общей смертности, которая достигла по данным на 16 год 12,9 на 1000 населения. И особенно приятно, что снижается смертность именно среди трудоспособного населения. Тоже устойчивый тренд 5,1 на сегодняшний день на 1000 населения. Но обратите, пожалуйста, внимание, что в 2015 году наш показатель составлял 71,4. Вот красным выделено на слайде. При этом женщины в Российской Федерации жили 76,7 лет, а мужчины 65,9 лет. Мне удалось среди 10 основных фактов о состоянии здравоохранения в мире, опубликованных на сайте ВОЗ в 2017 году, найти такие данные. Вот это первый пункт на моем слайде, который вы видите. Ожидаемая продолжительность жизни росла во всем мире самыми большими темпами с 60-х годов и увеличилась на 5 лет в 2015 году до 71,4 в целом. Это у нас практически соответствует. У мужчин данный показатель 69,1. Обратите, пожалуйста, внимание, что наши мужчины живут меньше. И вот здесь, я думаю, нам надо обязательно обратить внимание на наших мужчин, на их продолжительность жизни. При этом женщины наши живут больше, чем средний показатель в мире, 73,8 лет. И еще один факт, на котором я хотела бы заострить свое внимание. Среди 10 основных причин смерти, которые опубликованы в ВОЗе в 2017 году, 56,4 миллиона случаев смерти определены 10 причинами. Ишемическая болезнь сердца и инсульт – 15 миллионов человек, это и у нас ведущая причина. Безусловно, онкологические заболевания. И вот что очень интересно, в связи с тем, что идет увеличение продолжительности жизни, увеличивается доля лиц пожилого населения, у нас более чем в 2 раза увеличилась смертность от деменции, и она стала на сегодняшний день 7-й причиной смерти в мире. И учитывая все эти демографические особенности, Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях дальнейшего улучшения демографической ситуации разработан и принят новый порядок диспансеризации, который в первую очередь направлен на выявление вот этих самых ранних признаков неинфекционных заболеваний, которые являются основными причинами смерти населения России. И, кроме того, второй акцент, который мы делаем в рамках проведения диспансеризации, это раннее выявление гериатрических синдромов и факторов риска их развития у пожилых людей. Обратите внимание, этот приказ уже висит на сайте regulation.gov.ru. Там есть изменения. Мы с нашими главными внештатными специалистами изучили весь международный опыт. Особое внимание было уделено онкологическим скринингам, и сейчас у нас уже периодичность в некоторых возрастных группах будет не раз в 3 года, а раз в 2 года.
Более жесткие требования будут предъявляться к исследованиям кал на скрытую кровь, будет только иммунохимическим методом, как наиболее доказавшим свою эффективность. И мы удалили ряд неэффективных, экономически доказанная неэффективность методов, как общий анализ крови, общий анализ мочи. При этом это не исключает в случае наличия медицинских показаний, если у пациента будут реальные жалобы, выявлены какие-то клинические отклонения, проведение этих анализов, но уже в рамках уточнения диагноза, а не скрининга. Второй момент, который касается пожилых людей, будет уже разработана специальная анкета для лиц пожилого возраста, которая будет направлена на профилактику падений пожилых людей. В первую очередь это будет касаться консультации окулиста, невролога, травматолога и будет подключен гериатр по медицинским показаниям. Вот это то, что новое. И основное, на чем бы я сегодня хотела остановиться, уважаемые участники конгресса, это на тех перспективах, которые будут иметь развитие в предстоящие годы. А именно, мы живем в динамическом, постоянно изменяющемся мире. Сегодня у нас уже совершенно другой пациент, и он уже не хочет лечиться в поликлиниках, где есть очереди, где есть хамство, где нет комфортных условий. Потребность пациента также уже определяется другими критериями. Мало просто вылечить пациента, оказать ему медицинскую услугу. Он хочет получать медицинскую услугу быстро, записаться через интернет, получить ее в комфортных условиях, с индивидуальным подходом, качество должно быть соответствующего уровня. И в связи с этим мы провели анализ обращений граждан, поступающих в Министерство здравоохранения Российской Федерации. На сегодня эту тему курирую в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Я, и у меня около 4000 обращений граждан на исполнение на сегодняшний день. И я могу вас заверить, что вот те причины, которые вы видите на слайдах, они действительно имеют место. Это длительное ожидание в регистратуре, невозможность дозвониться в поликлинику, отсутствие доступного для понимания расписания работы врачей, отсутствие доступной навигации в поликлинике, длительное ожидание в очереди на прием к врачу, пересечение потоков из здоровых и больных пациентов, отсутствие комфортных зон ожидания, длительные сроки прохождения диспансеризации, грубость медицинского персонала. Все эти проблемы действительно имеют место в обращениях граждан. И, конечно же, вы сами видите, что многие из этих проблем можно было бы решить без привлечения материальных средств. Просто даже вот порой поговорив с пациентом, подключив администратора, приняв какие-то управленческие решения. И как я уже говорила, все эти вопросы хорошо известны не только Министерству здравоохранения Российской Федерации, но и правительству, и даже лично Владимиру Владимировичу Путину, о чем, собственно, мы получили поручение в его ежегодном послании Федеральному собранию на 2017 год. Нам было поручено обратить внимание на очереди в поликлиниках, в том числе. И вот однажды, в конце 2016 года, Веронике Игоревне Скворцовой позвонил Сергей Владиленович Кириенко с замечательной идеей объединить усилия государственной корпорации «Росатом» и Министерства здравоохранения Российской Федерации для улучшения работы первичного звена здравоохранения, причем акцент был сделан на эффективное использование имеющихся ресурсов, на правильное принятие управленческих решений. И с этих пор слова «бережливая поликлиника», «Лин-технологии» прочно вошли в систему здравоохранения. Наши эксперты из государственной корпорации «Росатом» показали нам 7 основных видов потерь, которые существуют в системе производства, которые определены госкорпорацией «Росатом» и японскими идеологами этого учения бережливого производства или лин-технологии. И наши же эксперты показали нам, что ровно такие же виды потерь – это перепроизводство, лишнее движение, ненужная транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожидание, переделка, брак. Все это имеет место и в системе здравоохранения. Мы прекрасно с вами знаем, и даже, наверное, вы лучше меня знаете, если зайти в регистратуру,
обычной поликлинике мы обязательно найдем кучу бланков, анализов, которые никому не нужны. Они лежат, когда-то назначенные, никем не востребованные. Кроме того, мы видим огромные очереди, мы видим узкие места, когда можно распределить потоки совершенно другим способом и банальными управленческими решениями. Можно просто сделать так, чтобы всем было удобно и чтобы процедуры, получаемые в поликлиниках, проходили без излишних нервных потрясений. Кому нужен? Нужен проект «Новая поликлиника». Проект нужен всем. Он нужен пациентам, потому что пациенты недовольны нерациональным распределением потоков в поликлиниках, низкой культурой общения, часто возникающими конфликтными ситуациями, отсутствием комфортных условий в поликлиниках. И в конечном итоге они тоже страдают от дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. Проект нужен и медицинским работникам, потому что медицинские работники сами не удовлетворены качеством оказываемой медицинской помощи в первичном звене здравоохранения. И мы с вами сами отлично знаем, что после института все наши студенты, и мы, наверное, такими же были, все хотят быть кардиологами, эндокринологами, пульмонологами, и работать желательно в стационаре, а не в поликлинике. Конечно, никого не устраивают те условия, которые имеются в поликлиниках. Это отсутствие нормальных бытовых условий, нормальной мебели, современного оборудования, информатизация, которая вроде бы есть, но не работает, компьютеры виснут, они становятся, в общем-то, даже помехой во многих местах, а не помощником. И вот проведение этого проекта, по нашему пониманию, приведет к росту удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи, повышению привлекательности работы для молодых специалистов в первичном звене здравоохранения, притоку кадров. И в конечном итоге мы получим увеличение эффективности использования имеющихся ресурсов в системе амбулаторного звена здравоохранения. Что такое новая модель поликлиники? Это бережное отношение. Бережное отношение к пациенту, бережное отношение к врачу и медицинскому персоналу в целом и бережное отношение к тем ресурсам, которыми сегодня располагает здравоохранение. И вот мы пытались на слайде показать, как должна выглядеть идеальная поликлиника, но я думаю, что вы это все прекрасно знаете. И цель наша конечная – повысить удовлетворенность населения качеством оказываемой первичной медико-санитарной помощи, а также повысить вовлеченность медицинского персонала в свою деятельность. Вот, пожалуйста, на данном слайде показаны основные направления, которые реализовывались в пилотном проекте. Это перераспределение нагрузки между врачами и средним медицинским персоналом. Это оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение потоков пациентов, переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации, открытая регистратура и новый облик поликлиники, организация профосмотров и диспансеризации, возможно, короткие сроки с минимальным количеством посещений пациента. И большое внимание уделялось в рамках реализации проекта организации доступной среды для маломобильных пациентов. Как мы проводили работу? Для того, чтобы понять, как мы проводили работу, я вот решила показать вам данный слайд. Он хорошо отражает на примере забора крови, из чего состоит любой процесс, в сущности, любой процесс в медицинской организации. 4% – это работа, приносящая ценность, а именно непосредственно забор крови, если мы говорим о заборе крови. 3% – это работа, необходимая, но не приносящая ценность, а именно в нашем случае это обработка раны, перевязка жгутом. 32% занимает периодическая работа, дезинфекция или утилизация инструментов один раз в смену. И 61% – это явная потеря, это те ненужные передвижения, перекладывание инструментов, неправильно организованная очередь в регистратуре. Все это можно, безусловно, решить в рамках существующей системы здравоохранения без дополнительных финансовых затрат. И вот посмотрите, в рамках пилотного проекта по данным направлениям были достигнуты следующие результаты. Наш проектный офис провел большую аналитику тех достигнутых результатов, которые были получены
в 23 регионах Российской Федерации по одной поликлинике взрослой, одной поликлинике детской. И что мы видим? Сокращение времени ожидания в очереди у регистратуры сократилось с 35 минут до 9 минут в 4 раза. Сокращение времени пребывания в поликлинике за счет сокращения обращений пациентов в регистратуру со 108 минут до 7 минут в 1,4 раза. Сокращение времени дозвона в регистратуру в колл-центр с 12,6 минут до 3 минут в 4,2 раза. Сокращение времени ожидания пациентам приема врача у кабинета с 96 минут до 12 в 8 раз. Сокращение времени оформления записи на повторный прием к врачу с 25 минут до 5 минут в 5 раз. И увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом с 3 минут до 6 минут в 2 раза. На этом фоне мы постоянно изучали с использованием экспертов из страховых медицинских компаний, страховых представителей, периодически изучается удовлетворенность населения этих поликлиник. И на фоне проводимых изменений мы видим, что есть явные положительные сдвиги. И вот так, посмотрите, я вам хочу показать ряд картинок, которые мы можем вам представить. Это результаты проекта. На сегодняшний день мне очень приятно видеть такие поликлиники. Это именно доступная среда, Кировская поликлиника взрослая. Вот посмотрите, вот так это выглядит у них. На следующем слайде мы видим поликлинику в Ярославле. Вот кабинет забора крови один из, который отработан в соответствии с данными рекомендациями. Ижевская поликлиника взрослая. Мы просто все очень хорошо помним, какая она была, и очень приятно видеть, какой она стала. Поликлиника в Бурятии взрослая. Детская поликлиника в Республике Бурятии. Ивановская городская больница номер 7, детская поликлиника. Кировская область, тоже детская поликлиника. Пензенская область, Оренбургская область. Рязанская область, Республика Удмуртия. И вот в одну из таких поликлиник мы привезли нашего президента Владимира Владимировича Путина, и Вероника Игоревна Скворцова показала ему те самые результаты, которые были достигнуты. К нашему большому удовольствию нашему президенту проект понравился, он его поддержал и дал добро на его дальнейшую реализацию. И вот таким образом выглядит наше будущее с вами. В октябре 2016 года стартовал проект «Бережливая поликлиника». Это был пилотный проект. Участвовало 6 поликлиник 3 субъектов Российской Федерации. Это была Ярославская, Калининградская области и город Севастополь. В 2017 году проект получил свое развитие. Это уже 40 регионов Российской Федерации и 297 поликлиник. И 26 июля 2017 года на совете при президенте Российской Федерации по приоритетному развитию и приоритетным проектам был утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». И на сегодняшний день наше будущее неразрывно связано с реализацией данного проекта. Проект предполагает 5-летний цикл. В проекте участвуют Министерство здравоохранения Российской Федерации, Росздравнадзор, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Государственная корпорация «Росатом», высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Куратор проекта Ольга Юрьевна Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации, заказчик проекта Вероника Игоревна Скворцова. На сегодняшний день нами подготовлен и внесен в проектный комитет сводный план реализации проекта. И он 24 числа, мы надеемся, будет одобрен. 85 субъектов Российской Федерации, 2000 медицинских организаций предполагается вовлечь в реализацию проекта к 2022 году. К концу 2022 года. Но еще раз подчеркну, что по состоянию на 1 ноября 2017 года в проекте принимают участие 40 субъектов Российской Федерации и 297 медицинских организаций.
Для реализации проекта предполагается создание Федерального центра организации первичной медико-санитарной помощи. И на сегодняшний день такой центр уже создается на базе нашего федерального учреждения Государственный научный центр профилактической медицины. Он предполагает 15 человек. И нами был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей для реализации этого проекта. Люди будут, конечно же, ездить в командировки, но при этом зарплата у них будет достойной, работой они будут обеспечены 5 лет. И я предлагаю присутствующим, может быть, кто-то, кто хочет активно развивать первичную медико-санитарную помощь, тоже захочет к нам присоединиться. Милости просим. И в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи. Все эти центры будут работать в тесном взаимодействии, будут проводить анализ организации первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках, выявлять типовые проблемы, находить пути их решения, отрабатывать какие-то новые модели, и по итогам отработки мы попытаемся создать, по итогам отработки глубокого анализа мы попытаемся создать новую качественную модель организации поликлиники. И еще раз, цель проекта — это повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения. Проект предполагает два этапа. Экспериментальный, который будет проходить в 2018 и 2019 годах. В 2018 году он будет затрагивать медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, большие, с численностью прикрепленного населения более 20 тысяч человек. В 2019 году мы охватываем этим процессом более мелкие поликлиники с численностью прикрепленного населения менее 20 тысяч человек. Для каждого вида мы создаем какую-то общую типовую модель по основным процессам. И пишем методические рекомендации и распространяем их по Российской Федерации для дальнейшего тиражирования. Тиражирование планируется с 2020 по 2022 годы, как я уже сказала, во всех субъектах Российской Федерации, не менее чем в 2000 медицинских организациях. Вот такой основной показатель, такая динамика основного показателя предусмотрена проектом до 2022 года. А это рост удовлетворенности населения качеством оказания первичной медико-санитарной помощи. Если сегодня по данным ФСО он составляет 45,7, то к 2022 году он в этих поликлиниках должен составить 70%. И у проекта есть ряд целевых показателей, которые вы видите на этом слайде. Кроме удовлетворенности количества субъектов и количества медицинских организаций, участвующих в проекте, это количество посещений на одного застрахованного в год, в том числе с профилактической целью, доля медицинских организаций, которые будут иметь возможность отслеживать доступность первичной медико-санитарной помощи, а именно соблюдение сроков ожидания консультации узкими специалистами, получение исследований, соответствующих государственной программе гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. И доля пациентов, записавшихся на прием в медицинскую организацию через личный кабинет «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг. Мы, безусловно, понимаем, что без развития информатизации, без внедрения новейших технологий информатизационных мы не можем идти вперед. И в завершение разрешите выразить уверенность и надежду, что все вы на своих рабочих местах поддержите наш проект, примете в какой-то мере участие в этом проекте. И спасибо вам большое за внимание. Удачи конгрессу!